Мы стареем по трем векторам. Раз, два, три. Вот так мы стареем. Поэтому молодеть там тоже нужно будет немножко сюда и немножко сюда. Вот то, что мы будем делать. И уголки. Пожелания из того, что я сейчас уже могу прокомментировать, да? Давайте я вам дам зеркало. Может быть, вот немножечко нависающая века над этим глазом. Ну и вот это вот все, моя многозначительная мимика. Да. Вот. Смотрите, да, держите так у зеркальца, чтобы вы видели. Значит, первое, что, на что мы обращаем внимание всегда, те моменты, которые дают больше всего каких-либо возрастных изменений. То есть то, чего мы можем убрать, и сразу лицо становится намного-намного свежее. Вот такие вот реперные, основные реперные точки. Первое, самое главное в данном случае, это, конечно, вот эти вот морщинки. Вот они. Это кисетные морщины, да, рта. Почему? Это именно такая вот точка, на которую нужно обращать внимание. По той простой причине, что эти морщины появляются в двух случаях. В молодом возрасте они появляются при гормональном сбое, и если до 25-28 лет они появляются, значит, надо проверять гормоны. И это всегда такой маркер возрастной. Поэтому в первую очередь нужно убирать именно эти морщины. И идеальный вариант, если мы эти морщины убираем не за счет увеличения объема губ, а мы эти морщины убираем только за счет того, что мы вводим филлеры именно в сами маленькие морщины, вот эти кисетные морщины губ. Мы покажем, как мы это делаем. Это ювелирная работа, делается очень аккуратно. И туда очень немного, смотрите, терпится. Вот, мы расправляем каждую морщинку отдельно. Обязательно уголки развернем, носогубные складки. Сделаем круговую мышцу глаза, как говорят там пациентки, глазки. Глазки, так, фрисируйтесь. Ага. Глазки, межбровье, лобик. Мы стареем по трем векторам. Раз, два, три. Вот так мы стареем. Поэтому молодеть там тоже нужно будет немножко сюда и немножко сюда. Вот то, что мы будем делать. И уголки развернем тоже, чтобы они шли вверх. Вот примерно наш план на ближайшие 10 минут. Прекрасный план. Да. Прекрасный. И начнем мы именно с кисетных морщин. Сделайте юбки так вот. Вот они у нас, эти морщины, кисетные морщины, так называемые, неприятные. Ага. Отпускайте. И, соответственно, микроскопическими дозами препарата каждую отдельную взятую морщинку мы по чуть-чуть вводим. Это самая кропотливая работа, но она и самая благодарная. Работаем мы сегодня препаратами компании Ipsum, Art Filler, Volume, Universal, Lips, Fine Lines, ну и, естественно, Disport. Давайте на секунду присядем и сидя посмотрим на наши морщинки. Сделайте губки так вот. Ага. Видите, их уже практически нет вообще. Это процедура, которая максимально снимает возраст. По большому счету, основное мы уже все сделали. Сейчас мы чуть-чуть сделаем по увлажнению губы. Да, там могут быть синячки точно так же, но мы постараемся их избежать. Микроскопическое количество только для увлажнения, только для такого эффекта пышности легкого. Чуть-чуть повыше подбородочек, чуть-чуть приоткройте ротик. Вот так вот, вот, отлично, великолепно. Присядем на секунду. Вот, губы практически не изменились. Они стали чуть-чуть более выразительные. Уже минус 5. Да, уже минус 5. Отек уйдет, будет еще более естественно. Сейчас чуть-чуть скулы, чуть-чуть подбородок, и как бы будет еще минус 3. Thank you.
50 единиц на круговую мышцу глаза. Сорок единиц мы берем на межброви и 30 единиц мы берем на лоб. Садимся. Посидите, не убегайте. Ну, на мой взгляд, все очень неплохо. Вот. С учетом того, что мы только-только закончили, буквально через 20-30 минут будет еще лучше, к вечеру еще лучше, ну а через пару дней будет вообще замечательно.